Йоги, с вами Шимки, и мы продолжаем рядить руку под названием Бенди and Ink Machine, либо Бенди и чернильная машина. Как вы помните, у меня тогда произошел какой-то казус с сохранениями, и вместо того, чтобы сохраниться на 4 главе, у меня началось 3 заново. Поэтому мне пришлось найти, так сказать, сохранение, где... Ага. Где было бы открыты все главы. Даже дополнительное секретно открыто. Ну что, поехали тогда на 4. Как вы помните, тогда мы ехали на мосту. Ой, на мосту. На лифте. Лифт оборвался, и он просто бабах, разбился. То есть... А не соп... Хорошо, Джули, я иду. Все будет хорошо. Глава 4. Большие чудеса. Вот, на вот это вот моменте мы с вами тогда... Я решил выйти, оно, конечно же, не сохранилось, и мне пришлось играть заново. Level S. Ну, давайте смотреть, что у нас дальше. Оружия у нас никакого нету, только бег. Level S. Grand Cochin. Cochin. Так, и там есть архивы, и есть еще что-то. Архивы. Определенно тут ничего не хватает. А, рычага, как обычно. Подожди, так его ж тут нету. Да, его тут нету. Так. Мангемент — это то место, где рисуют. Ага, можно туда не идти. Тексис 2, Тексис. Таксист. Ну, типа, время заканчивается, мало денег. Какой шанс того, что сейчас эта херня восстановится, и я должен буду бежать? Самое странное то, что мне просто дали рычаг. Просто дали. Так, чернильные люди. Чернильная смерть. Но мы ведь с вами понимаем то, что... Чернильные люди, они все должны быть живые. Они специально ставят так, чтобы мы не видели их ни лица.
Но просто уже был один живой человек из чернил. Так, а что мне нужно сделать? Найдите секретный проход. Так, частый. Так, те все еще стоят. Сьюзи Эмбелл. Они сказали мне, что я идеально подхожу для этой роли. Совершенно идеально. Теперь Джоу ходит везде и говорит что-то за закрытыми дверями. Я всегда вижу. Теперь он хочет снова встретиться завтра, говорит, что у него есть отличные возможности для меня. Я выслушаю его, но если это пустомелье думает, что оно может подставить ангела и убежать с ним, тогда он сильно ошибается. Алиса, она не любит лжецов. Понятно. Я должен искать книги? Подожди, пока я не начал. А нет, только та книга осветилась. So that's how it works. Вот так это работает. Так, порядок не важен этих книг. Ага. Ребята, прикольно работаем. А я вам говорил, что они живые. Но я вижу пока что одну. Там еще одна книга. Три я нашел. Ого. Окей. Неплохо. Короче, меня ждут скримаки, да? Но мне еще нужно будет потом одну книгу найти. Ё-моё, ну ладно. Воспоминания, да? Это нас херячит воспоминания. Это хорошо, что я не ту книгу сразу активировал. Так, вопрос, а где последняя книга? Мне кажется, последняя как раз там и находится, в той дали. Где-то вдали. По крайней мере, здесь ее нету. Может, книгу, которую на столе, нужно забрать, вот эту? Нет.
где эта книга должна была появиться? Дело в том, что я вообще не вижу книг этих. Внутри тоже нигде из этих хранилищ нету. Странно. Где может быть эта книга? Тут я все посмотрел, здесь нету. Только во внутренней части осталось. Так, присаживаться мы не можем. А, вот она. Сейчас, как я понимаю, начнется жопа, да? Или нет уже? А, нет, походу. Войди в тьму. Ну, он, короче, будет, как я уже понимаю, в этой части он что-то вспоминает, либо он ловит флешбеки. Как ты застрял в стене? А, тебя просто приклеили. Так, как я понимаю, нам нужно как-то попасть на ту сторону. Я могу перебраться сюда, если найду способ починить это. Так, мне нужно шестерню найти. Ну, пошлите. Ох, не нравятся мне вот эти ящики. Сейчас я буду бежать, да? Ну что же еще? Вопрос. Короче, это механизм специальный, чтобы создавать этих монстров. Вопрос, для чего мне кусок слизи? Странно. Ага, то есть чернильная машина может создавать любые объекты. Я вам говорю, скримеры будут по-любому. Особенно, когда мы получим ту чернилу, которая нам необходима. Ладно, буду бегать. Сейчас еще одну, да? Кружку мне дадут. Ай, блин, монахи тупой. Там можно было выбирать, оказывается. Я думал, типа, каждый раз мне будет что-то новое и новое даваться. Ну давайте я еще потом один раз лишний сбегаю.
Я хочу сейчас сделать себе не шестереночку, а музыкальный плеер. Ну, с музыкой хотя бы более-менее весело. Все, музыка закончилась. Но я чувствую, с какой-то степенью придется потом сюда приехать обратно. То, что оно очень медленно едет, это плохо. То есть потом мне придется ловить тайминги. Что происходит? Что происходит? Это ж ё-моё. Трос херовый. А заметьте, один чернильный монстр оттуда с клетки вышел, походу. Походу в этой серии в основном скримаки будут. Я вижу тебя, это мой маленький на побегушках. Твой ангел всегда за тобой наблюдает. Что придает тебе сил? Это волнение охоты? Лучше поторопись, мальчик на побегушках. Возможно, оставаться целым. Так, ну мы сохранились. Туда не спуститься. Здесь была вот эта машина. Какой шанс того, что я просто не упаду в какой-то яму? Очень маленький шанс, мне кажется. Еще вот начинать эти фрезы на полжизни. Ладно, все ж нормально начиналось. 20 минут уже отснял. Ну, елки-палки, какого черта ты начинаешь? Ладно, побегу немного, так быстрее будет. Может быть, просто прогружается мир, я не знаю. Тогда я немного могу подождать. Хотя фиг его. Ладно. Теперь здесь сейф. О, тихо, там кто-то есть. Я хочу домой. Где мой дом? Но если что, я понял, что я могу туда спрятаться.
Значит, нормально. Если что, бегу обратно сюда и прячусь в эту херню. У них такой разочарованный взгляд. Фри не освободил нас. Нету ангела. Он... Вы понимаете, вот... Им плохо. Им плохо. То есть это люди, которых превратили в этих монстров. Ну ладно. Походу у меня выбора нету. Ебаные фрезы. Бенни, 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 Бенни. Хорошо исполнил. О, я могу тут шифтить даже. Давайте налево. Сразу в тупик попал. Но он пытается открыть решетки. Главное не упасть в эту решетку. Видите, они сами не хотят такой судьбы. Хотя, может быть, он просто бесчувственный стал. И просто бьется в стену. Ну, зато теперь я знаю, откуда этот звук шел. О, я вижу выход. Мечты всего лишь true. Блин, false это ложь, true это... Или... Походу, когда я видео загружаю уже в интернет, тогда начинаются вот эти ебаные фрезы. Подожди, ну это просто тупик типа. Если вокруг стола я смог пробежать, значит чернильного... Буртум Пьемонт. В течение 40 лет и... лет я строил аттракционы, которые поражают воображение. Большие чудеса, которые мир иногда не видел. Я заработал мое состояние кровью и потом. Но прямо перед всеми
инвесторами высокого уровня, магнатами. С Уолл-стрита бестактный Джоу Дрю представляет меня, великого Бертрама Пьемонта, как Берти, как будто я его ребенок. Вы ничто. Мне... Так вы, конечно, мне платите, мастер Дрю. Но я ваша собственность. Я не ваша собственность. Я построю вам парк. Самый большой парк, который когда-нибудь видели. Чтобы вы могли когда-либо представлять. Но прежде чем вы пойдете к понятию, знайте, что это великое достижение будет принадлежать мне и только мне. Шрифт убивает. Он типа спал хер знает сколько часов, так все болит, лобит. Так, это походу части парка, да, у нас? У нас там будет покатушки, вертушки, дом ужасов даже, нихера себе. Так, это мусорные баки, довольно стрёмно они выглядят, жутковато. Так, питание для Ранили. Странно, почему квадратики? Мне не нравится то, что здесь нам показывают пунктики, куда я могу бежать, чтобы чисто спрятаться. Просто для чего? Почему я не могу это взять? Там темно. Бенди ад. Так, жизнь Бенди, а тут ад Бенди. Мне не нравится большая зона, то что очень большая зона открытая. Хотя ладно. Ну хотя бы сейф нашел. Стоит ли идти сейчас? Либо на этом закончить. Давайте... Хотя ладно, не лагает, значит нормально. Все, погнали. Но чувствую, я здесь буду прятаться от кого-то. Это по-любому. Вблизи они еще жутче выглядят. Так, вот то пускай будет самое последнее, которое я активирую. А, и тут есть сейф. Ладно, запоминаем, где тут есть сейвы. Где здесь вообще есть проходы, запоминаем. Я понимаю, что это будет жопа. Очень. Дом с привидением выглядит неплохо, но мне потребуется электричество. Держите, Борис. Я иду. Ага. Замечу, что здесь тоже есть кабинка. Так, у нас кабинка там есть между, кабинка и здесь. Пускай молоток — это активация. Активация жопы. Склад аттракционов. Так, там не написано. Эти ребята внизу на складе играют в игры весь день, пока я разбираюсь все за ними. Они постоянно запираются в своей собственной
подсобки. Ну я и сказал им: ребята, ну вы же умные, правда? Вот идея, почему бы вам не придумать трюк для ваших игр, чтобы двери открывались, когда вы выигрываете. Вам будет весело, ребята, и мне не нужно будет спускаться сюда каждый день. Они повелись на это, как собаки, на тушеное мясо. Говорю же вам, если те ребята не... Ну, Уолл Фрэнк, он постоянно говорит, я свалю, но он постоянно остается. Главное, чтобы это было не оружие. А я включил? Скажи мне, тебе весело? Я уверен, что Борис не против подождать своего спасения. Но мне же нужно запитать каждый генератор, так ведь? Или вы хотите сказать, это не считается? Ясно, я понял. Мне пугает количество комнат, в которых я могу спрятаться. Вот это мне очень сильно напрягает сейчас и пугает. А, то есть в эти стрелять нельзя. Вы просто понимаете, что у меня нету сердцевины, и я пытаюсь... Примерно... Ай-яй-яй-яй. Одно не попал. Зараза. А пули ограничены, я смотрю. Все, пули ограничены. Ладно, давайте я, наверное, настройки прицел включить. Ай. Надо, чтобы еще круг был в прямом центре. Может, немножко скорость увеличить? Настройки. Ну, поехали. Короче, я понял, что лучше мышку вернуть обратно, как мне было. И прицел нахер мне нужен, потому что... Да. Нет, все-таки здесь без прицела никак. Сложно, конечно.
без прицела, но реально. Но ты все равно путаешься, потому что оно центр не считает. Дай. Почему ограниченное количество? А, я могу отменять до незавершения. Да ёлы-палы! Оно не доводит. Мне бесит это. А, зависло, найс. Короче, нет, я все-таки заканчиваю после вот этого испытания. То есть это жопа. Все, я же дошел. Вот вы видите сами. А как это понимать? Почему он кидает так хуёво? А, то есть я должен порядок запомнить? Так, короче, давайте на этом мы с вами закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.